Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием Seven Days to Die. Уже пошел четвертый день, как вы видите, я вокруг дома поставил кольги, но они не особо помогают, зомби их довольно быстро разбивают. Вот тут еще снаружи у входа я пытался выкопать яму, но это довольно долго, поэтому остальные кольги я поставил просто, а вот здесь вот небольшая яма. Но он тоже не особо помогает, видимо, надо либо глубже сделать, либо что-то еще придумать другое, потому что зомби легко из нее выбираются, получают небольшой дамаг и затем из нее выбираются. Также они начали рушить дом, вот здесь можно заметить, и заделать я его не могу, так как он из металла или из металлолома, только могу заменять разрушенные блоки на вот такие вот деревянные или каменные, но не железные, не металлические, не из металлолома. Также я поставил вот тут вот лестницу наружу, на крышу. В случае, если чего, можно было, чтобы сбежать с крыши, потому что вот я падаю здесь и не получаю никакого урона. Также я накрафтил себе броню, вот такой вот начальный, но, к сожалению, она не особо-то меня и защищает. И, по-моему, у меня была какая-то шляпа. Почему-то она пропала куда-то. Давайте скрафтим, наверное, шляпу. Вот шапка такая была. Или вот такая шляпа. По-моему, они ничем не отличаются. Ну, вот эта вот ковбойская шляпа дамага защищает. А, нет, это тоже. Ну, не знаю, давайте ковбойскую шляпу сделаем. Или как она называется? Файберхед написано. Давайте ее наденем. Ну, вот, уже другое дело. Итак, пока у нас 10 часов... Нужно, наверное, полутаться, потому что здесь я особо-то ничего не найду, кроме основных ресурсов. А мне нужны какие-то другие ресурсы, например, чтобы сделать печку, например, чтобы сделать еще что-нибудь. Так, это что такое? Мне показалось. Где-то у нас здесь город был рядом, по-моему, да? Вот здесь вот возможно. Давайте сделаем waypoint быстрый. Попробуем туда дойти. Возможно, что-нибудь найдем. Нужно... хоть какой-то лут найти. Возможно, рецепты. И, кстати, алоэ бы не помешало. Можно, в принципе, убить вон того оленя. Ну, отсюда я не попаду, да, наверное? Да, что-то вообще куда-то стрела, непонятно, куда она полетела. Газетка какая-то. Стой, олень! Ну ладно, хер с тобой. Давайте уже не будем терять время. Оленя-то мы всегда успеем поймать, тем более их здесь много. А вот город, до города нужно сначала добежать. А это все время. Так, какие-то мешки, ну, давайте полутаем. Таблетки. Кстати, должен был уже аирдроп упасть. Ну, видимо, не рядом упал. Так, долго нам бежать-то? Да, я совсем чуть-чуть отбежал. Но все равно не так далеко, как кажется. Почти уже добежали здесь мной облутанные машины. Так что, скорее всего, я на верном пути. Вот эти вот мешки я почему-то не облутал. Ну ладно, всего одно перышко. Там медведь гуляет. Но, думаю, он нас не побеспокоит. Не должен, по крайней мере. Так, а вот это вот я не облутал. Ну, что-то пока мне ничего хорошего не выпало с машин. Точнее, я не нашел. Так, из мешков тоже. Видимо, шанс совсем мизерный. Еще машину. Почему я эту не облутал? Наверное, спешил. Ну, хотя бы более утоляющий. Это уже что-то. Так, куда идти-то? Вот туда вот прямо. И мы уже практически дошли, да? Будем надеяться, что это действительно город. Курица? Серьезно, курица? Чем тут забыла? Ладно, оставим ее в живых, не будем... тратить стрелы. Так, а это нельзя болтать, да? Вот тут что, и заяц. Тут прям целый зоопарк. Медведь, заяц, курица. Кого только нет, но это все мне не нужно. Мне сейчас задача другая. Пустые мешки какие-то бесполезные. Лучше, конечно, там рюкзачок какой-нибудь валяющийся найти. Но пока я, кстати, ни одного рюкзака, ни одну сумку не нашел. Видимо, мне не везет на сумке. А вот и наш город. Я все-таки был прав, просто я не дошел до него. И он не отображается на карте как надо.
Так, ну будем надеяться, что найдем хороший лут. Давайте сначала вот либо вот в тот магазин или супермаркет, не знаю. Либо вот в это здание. Так, зомби одного я вижу. И, по-моему, все. Ну ладно, давайте в ближнее, который нам ближе. Камни валяются. Так, и будем сразу истреблять зомби, которые здесь снаружи, чтобы они не застали нас врасплох, когда мы будем внутри. Хотя тут я зомби-то и не вижу. Так, это что такое? Свинья тут бегает, кстати. Что-то странный спаун животных, честно говоря. Так, здесь заколоченные двери, они железные. Вот это плохо, поэтому мы будем разбивать стекло. Залезем через окно. Тем более, что стекло быстро разбивается. Так, и, наверное, вооружимся мы битой. Потому что мало ли, что может случиться. Так, начинаем лутать. Вот, уже кто-то обнаружил нас. Но, честно говоря, я пока не вижу, кто. Это что за странный ящик? На нем что-то изображено. Может, из него что-то можно получить, разбив его. Так, пока только книги. Всякое говно. Я уже слышу шипение зомби. Кассу нельзя внести. Жалко, жалко. Так, на полках ничего нету. Давайте сразу пройдем сюда. Здесь, может, какие-то медикаменты будут. У меня только банка. Так, а, вот здесь вот. Да, действительно. Немножко есть медикаментов. Мусор. Берем все подряд. Туалет только, думаю, бесполезно обыскивать. Да и мусорки тоже. Хотя нет, смотрите, пистолет. В туалете. Кто-то заныкал в сортире пистолет. Супер. Ну, говно я зачем-то взял на автоматизм. Так, а у меня как раз рецепт был для патронов. Это просто отлично. Главное сейчас не сдохнуть здесь. Так, а тут, кстати, дверь можно было за собой закрыть. А, она закрыта, прикиньте. Открытая, но закрытая дверь. Вот же. Бывает такое, да? Так, это тоже закрыто. Пустой. Пустой контейнер, точнее. Корзинка. Вот еще какой-то ящик. А, вот это можно болтать. О, бензинчик. Даже это. Наковальня. И у меня закончилось место. Нужно срочно выбрасывать всякое дерьмо. Что это такое? Давайте выпьем. Мочу какую-то выпил, наверное. Нет. Вроде остался жив. Говно, конечно, выложим. Так, а это что? Кабель. Неплохо. Так, все, ну вроде более-менее освободили. Теперь можно вооружиться, я думаю, луком. Хотя нет, мы еще отсюда не уходим. Тогда обратно нашу дубиночку. Вот тут еще залутаем. И уже можно выходить, я думаю. Какие-то напитки. Это пиво? Да, пиво, бир. Написано, просто плохо было видно. Так, да, наверное, мы выкинем, даже не знаю, что выкинуть-то. Вот эту вот хрень. Вот эту вот дрень. И все, да? Еще осталась полочка. Точнее, ящичек. И вот эту можно кассу обнести. Странно, почему предыдущую нельзя было. Так, еще тележка осталась. Вот, тут хавчик есть. Бира, ой, бира. В смысле, пиво стакается? Видимо, да. Можно пики, вот эти сломанные пики. Зачем они мне нужны? Тоже их выкинем. И все остальное, наверное, придется все-таки оставить. Зачем-то я кукурузу насобирал. Так, здесь больше ничего нету. Вылазим обратно через окно. Здесь, конечно, есть еще одна дверь, которая ведет, возможно, в подсобку, но мне нужно долго по ней стучать. А у нас время маловато. Пойдем, наверное, в соседний теперь. Так, вот теперь точно лук можно взять. Пойдем, наверное, вот в соседний дом. Но он на магазин-то не похож. Это, по-моему, просто жилой дом. Да, давайте не пойдем. Все-таки магазин сначала обчистим. А потом уже будем думать насчет жилых домов. Как ни странно, мало зомби здесь. Вот один, кстати, ползет. Но это и в плюс нам, конечно же. Так, давайте пороемся в помойке. Клей, кстати, он нам пригодится. А что там еще было? И труба, 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 труба. Вот вместо этого возьмем. Труба, конечно, пригодится. Так, мне показалось.
Мне показалось, мы уже можем металлический топор сделать. А вот, кстати, вход в то место, в которое я не мог пробраться, где была закрыта дверь. Но тут нам мешается зомби, ну, придется его прикончить. Постараться. Просто они уже начали подползать потихонечку. Да, вон еще третий. Поэтому если я начну их убивать, все остальные придут. Придется уже воевать до конца. Так, он еще не упал. Вот упал. Теперь можно попытаться хорошенько его продамажить с бонусом. Так, все, отходим. Все делаем по тактике. Тактическое отступление. Теперь тактическое нападение. Ну и за время нужно не забывать. Нам же еще плюс нужно вернуться успеть. Блин, че они такие толстые? Ну, сейчас пистолет бы хорошенько зашел. У меня, кстати, по-моему, пару патронов есть. Но что-то я не хочу использовать пока. Мне кажется, зря. Так, минус 2. Давайте посмотрим, что у них. О, у них тоже. Так, ну придется дерево выбросить. А это что такое? Это еда какая-то? А вот еду, наверное, мы съедим сразу. Так, опять ползут. Теперь я болтать. Так, здесь таблеточки. Таблеточки, естественно, пригодятся. Там, по-моему, один остался. Сзади ко мне никто не подбирается. Сейчас бы было бы внезапно, если пришел бы медведь. Все? Нет, он не сдох, да? Или сдох? Сдох, сдох. Кстати, левел прокачали стрелка. Эти штуки мы забираем. И все, теперь можно, наверное, спокойно. Ну, почти. Вот еще один зомби остался, но он, по-моему, не агрится на нас. Так что можно быстренько забежать, взять биту, конечно. Нет, все, сагрился. Так, эти ящики не лутабельные. А, или сюда я мог пройти. Да, я, видимо, не увидел проход. Да, ну, бывает. Так, здесь помойка только. Из того, что можно болтать. И ящички. Так, ладно, ну пока он там идет. Воу-воу-воу. А что они начали бегать, мне кажется? Как он вообще сквозь дверь? Вы увидели? Он сквозь дверь прошел. Что за читы? Чувак, выключи читы. Еще и начал бегать, как сумасшедший. Всем уже охренел. Так, тут за мной бежит через проход. Да, отлично, значит, мы можем успеть использовать. Так, три стрелы, я их не буду брать. И какой-то сейф, к сожалению, закрытый. А, еще ящик есть. Но в ящике пусто. Так, все, он побежал назад. Нужно сваливать. Брать лук. Он, кстати, скоро сломается, нужно скрафтить еще один. Так, и вот в этот магазин, наверное, пойдем теперь. Давайте смотрим, что у нас здесь. Банки. Машины нельзя болтать. А это что такое? Это блоки. В этой машине у нас книжка. Да, что-то рецепта ни одного пока что. Здесь мы также зайдем через окно. Пока вроде никого нету. Хотя, мне кажется, здесь зомби внутри есть. Поэтому нужно сразу взять биту. Что-то у меня вообще такое ощущение, что меня скоро убьют. Лампа. Она без генератора не будет работать. Я бы взял просто лампу. Вот здесь уже есть полочки. Так, оп. Какой-то молоток, рецепт точнее. Еще яйца давайте выложим. Что еще выложить? Ну и книги. Все, пока вот так. Кукурузу можно сожрать. Ой, блин, взял ее. Все, продолжаем облутывать полочки. Здесь ничего. Ничего. Так, уже не так везет, что-то пустые полки. Начинает просто уже темнеть. Наверное, это будет последний магазин, который мы облутываем и уже уходим. Потому что здесь будет вообще кошмар твориться. После... О, тапки какие-то. После заката. Это, кстати, книжные полки, только сейчас заметил. Откуда там всякий лут непонятный. Так, снова книга. Ничего.
Ну, я думаю, такие пакеты не стоят. Блин, зачем я взял корзинку? А что с ней можно сделать? Почему она такая фиолетовая? Можно айрон из нее делать. Но, блин, у меня места нету. Пики придется выкинуть. Пики-то мы дома можем сделать. О, еще рецепт. Ну, у меня такой, кстати, был, по-моему. Я его заюзал уже. И на патрон рецепт у меня тоже был. Так что, наверное, мы его не будем брать, да? Да, 9 миллиметров. Точно такой же. Все. Теперь вот еще какая-то. Рокет лаунчер, патроны. Ну, не знаю, что-то, мне кажется, мне не пригодятся. Еще такие же тапки. Рецептов теперь много, но что-то одинаковое. Так, это пики я выкинул. Блин, уже темнеет. Уже 5. Хотя всего лишь 5. Уже так темно. Но это потому, что здесь освещения нету. Так что я теперь уверен, что это последнее здание, которое мы облутываем. И срочно бежим домой защищаться от зомби. Так, все, пропали чуть рецепты, перестали выпадать мне рецепты. В кассе что у нас? Бумага. Бумага, наверное, зачем-то нужна. Пусто. Уже почти все облутал. Пусто. Пусто. И пусто. Ну, ладно. И здесь пусто. То куча рецептов, хоть одинаковых, то пусто. Что мы еще не облутали? Здесь все. Здесь ничего нету. Еще пару шкафчиков и подсобка. Хоть она и закрытая, но дверь деревянная. Вот здесь у нас шанс уже больше, что мы ее разломаем. Или не подсобка, не знаю, в общем, помещение такое. Почему я называю подсобкой? Так, что-то на секунду игра зависла. Давайте все. Холодильник. Посмотрим. Тут еще полочки есть. Касса. Вот не понимаю, почему некоторые кассы можно, некоторые нельзя. Так, блин, зачем я взял консервную банку? Ладно, потом выкину. Так, водичка нам нужна. Водичка. Что тут еще? Все. Полок больше нет. Вон диваны остались. Так, и всякие полочки. Да, двери обе закрыты, придется нам разломать. Давайте вот это вот разломаем. Ну, довольно долго будем ломать. Сколько там время? 17, блин, плохо. Час остался же, а не 8 зверей. Наверное, сейчас уже будем уходить. Вторую дверь не будем ломать, не будем рисковать. Вот это уже доламываем, хватаем все, что видим. Так, второй топор нужен. И убегаем. Потому что это уже не дело. Так, что тут у нас? Хорошо. Блин, кнопки путаю. Здесь, ну, еда пригодится. Есть тут какие-нибудь? Да, есть. Бинт некуда девать. Ладно, хер с ним. Теряю время. Думаю, куда его засунуть. Помойка. Что у нас тут? Ничего. В туалете, может, еще один ствол будет. Ну, мало ли. Хотя, конечно, смеюсь. А, говно. Че, там кто-то идет? Или это звуки сортира, когда я его обыскиваю? Так, вот это уже хорошо. Все, теперь точно бежим. Потому что полчаса осталось до того, как они звереют. Возможно, я ошибаюсь. Я просто, может, забыл. Так, а где наш дом? Вон там, да? Это же правильное направление, да. Или нет? Что это за значок? А, ну да, правильно, это значок кровати, наш дом. Ну все, тогда вернемся уже в следующий раз. Пока будем разбираться с тем, что мы нашли. Еще мне нужно накопать глины. Но я не помню вообще, как она выглядит, где ее копать. В земле или рядом с водой, по-моему, да? Значит, следующая наша задача — это выкопать глины для того, чтобы сделать печку.
и потом уже переплавлять железо. Так, ну пока зомби никаких нету. Все чисто. Надеюсь, по дороге домой меня не убьют. Пока я тут бежал, я решил проверить, нет ли патронов в пистолете. И оказалось, в нем 15 патронов в магазине. И еще я, кстати, не проюзал почему-то рецепты. Сейчас я их проюзал. Надо было их сразу проюзать, да собирать побольше лута. Я что-то затупил. И решил их просто так в инвентаре оставлять. И тем временем мы почти добрались. Зомби никаких пока нет. Но если что, у нас есть пистолет. Так, это что такое? Это камень, блин, я уж обрадовался, рюкзак. Ну ладно. Сколько там осталось? Ну, вот уже совсем чуть-чуть. Вот этот бугорок пройти. И сейчас мы увидим уже наш дом. Вот он наш... А нет, это не наш дом. Чего это? Что за дома? Смотрите-ка, рядом с нами-то оказывается есть еще какие-то палаточки. Так, я слышу зомби. Вот он. Нет, он еще идет, все-таки не в 8. Возможно, в 10 или в 9. Они начинают быть буйными. Но это нам только на руку пока что. Нужно запомнить просто, в какое время. И потом нужно запомнить, что здесь палаточки. Так, как поставить waypoint? Поставим вот так вот. Напишем что-нибудь. Готово. Вот, примерно буду знать, где эти палатки. На следующий день мы тогда их, конечно же, оболтаем. Кусты. Ну все, добежали, да? Или нет? Что-то до сих пор не видно нашего дома. Все, вот теперь точно наш дом. Ну-ка, зомбаков тут нету. Олень. Пока больше никого. Написано, что меня даже не обнаружили. Но они уж точно придут. Рано или поздно. А пока их нет, будем заходить в дом, да разбираться уж с лутом. Так, присядем. Можно что-нибудь пожарить или нет? Нет, ничего нельзя пожарить. Да у нас, в принципе, и кастрюли нету. Так, ну давайте разбирать лут. Во-первых, еду положим сюда. Пиво тоже. Клей пока оставим. Банки, которые я так и не выложил. И канистру с топливом тоже. Наковальня. Я немножко не понимаю. Она будет как используется, как... Написано, что используется в печи, чтобы разблокировать рецепты. В смысле, в печи ее в печь засовывать, что ли? Наковальню? Но поставить я нигде ее не могу. К сожалению, поэтому давайте положим. Пока что и чуть попозже разберемся. Так, у нас есть жира немножко. Есть бумага, гвозди. Много боли утоляющего. Тоже пока отложим. Возьмем одну штучку. Так, а как это сделать? Как разделить? Все, вот две штучки я взял. Блин, уже совсем темно. Но, наверное, все-таки включим мы костер. Зажжем. Чтобы хоть увидеть, что происходит. А у нас-то и нечего засунуть в костер. Да, я последнюю деревяшку-то выкинул. Или вот кусты можно использовать. Нет, нельзя. Хотя странно. Только дерево, что ли? Даже перья нельзя. Перья можно, но мне, естественно, их жалко. Потому что я из них делаю стрелы. Да, нечего. А, бумагу можно. Ой, я ее выкинул, кажется. Да, я ее выкинул. Бумага мне пока что не нужна. Возможно, потом пригодится. Ну, в общем-то, мы, наверное, на этом закончим. Скорее всего. Потому что, собственно, наступила ночь, и особо ничего не поделаешь. Так что всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии.